9 мая – один из самых любимых, трогательных и патриотичных праздников. Целый день в городе проходят различные мероприятия. Журналисты «Времени Н» в этот день показали самые масштабные события. Теперь о том, как отмечали праздник в разных районах областного центра. С самого утра на Театральной площади всем нижегородцам раздавали символы победы – георгиевские ленточки. Это символ победы, это символ свободы, неба. Ну, это просто счастье, удача, что у нас есть такое... Такой, как бы это, наша, ну, память наша. Кроме того, после праздничного парада на площади Минина и Пожарского развернулась выставка современной бронетехники. В этом году в параде участвовали почти 60 единиц техники, и некоторые из них нижегородцы смогли увидеть поближе и даже почувствовать себя настоящим танкистом. Весь день городские события были пронизаны атмосферой гордости за великую победу. Именно этот день является радостным и скорбным. И все мы говорим, что это праздник со слезами на глазах. Много подвигов Россия совершила, много вписала в свою историю золотых страниц, но особым местом, особым рядом стоит победа 9 мая 1945 года. А вечером, разумеется, традиционная минута молчания. Тысячи нижегородцев собрались, чтобы почтить память ушедших героев. Поклонимся и мертвым, и живым. Всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, друзья.